Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 12.06 в Кирове продолжается «Дневной разворот». Светлана Занько, Павел Чарушин, здравствуйте всем. Снова здравствуйте. Какая информация о пропавших мальчиках есть? Оперативная. Да, оперативная информация о пропавших мальчиках. О мальчиках мы хотели бы сейчас получить от Сергея Медведицына, заместителя начальника управления защиты населения территории правительства Кировской области. Сейчас наш редактор пытается до него дозвониться. По-прежнему большинство людей, которые находятся сейчас в Опаринском районе, в районе поселка Речного и участвуют в поисковых работах, либо не на связи, либо они могут отвечать, потому что активно идут и следственные действия, и опрос населения, и прочесывание территории. Поэтому мы вот сейчас будем задавать вопросы Сергею Евгеньевичу, он на связи. Алло. Да, слушаю. Сергей Евгеньевич, добрый день. Пожалуйста, сообщите нам оперативную информацию, которая касается Сережи и Вовы Кулаковых, пропавших в Апаринском районе. Добрый день. С 6.00 сегодня, Вячеслав, в поселке Речной работает подвижный пункт управления правительства Кировской области с оперативной группой, старшей оперативной группой, начальник управления защиты Феофанов Виктор Владимирович. Организована работа 300 человек, которые работают непосредственно в лесу по осуществлению поиска пропавших детей. Силами управления внутренних дел по Кировской области осуществляется подворовый обход жилых и нежилых помещений в четырех близлежащих населенных пунктах. Это поселок Речной, Северный, Мрамица, Паломица с привлечением собаки. Для работы с родственниками потерявшихся детей привлечены психологи Департамента здравоохранения Кировской области и Главного управлением МЧС России по Кировской области. В 3.00 сегодня ночью планируется выезд дополнительно еще 15 их спасателей и областной пожарно-спасательной службы. Пока такая информация. А получилось ли запустить вертолет? Нет, вертолет не получилось ввиду нелетной погоды. Была информация до последнего времени, буквально час назад мы говорили, что всего 250 человек задействовано в поисковых районах, включая волонтеров, а сейчас вы озвучили, Сергей Евгеньевич, что это 300 человек о, за счет 300, кого? Ну, то, точно до каждого человека я не могу сказать, но вот по данным оперативной группы около 300 человек. А, можете ли вы дать какую-то информацию о семье мальчиков, или сейчас ее пока невозможно дать? Нет, про семью я пока ничего сказать не могу. А Скажите, пожалуйста, насколько активна работа волонтеров в этом поиске, как координируется их деятельность? Ну, все, что какой был резерв радиостанции у нас в областном резерве, все радиостанции туда выданы, определены старшие группы, с ними есть связь, там есть автомобильная радиостанция, связь осуществляется на расстоянии до 8-10 километров. Какая у вас есть спец... спецтехника вообще, в принципе? в распоряжении? Из техники вот там работает сейчас подвижный пункт управления на базе автомобиля Урал и автомобиль высокой проходимости Урал Патриот. Если вас услышат какие-либо волонтеры, обладающие, например, квадроциклами, они могут вам помочь как-то? Конечно. по каким телефонам следует обращаться, чтобы подключиться к поискам? Поиск. Нашему дежурному круглосуточно 56 37 66. Так, и еще прошла информация, она была вчера уже вечером, но официально подтвердилась только сегодня, что возбуждено уголовное дело по 105-й статье. Насколько я понимаю, это убийство. Почему по этой статье или это обычная практика? Вот это я не могу сказать, mm -hmm. это к управлению внутренних дел. Мы постараемся дозвониться до управления внутренних дел. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Удачи вам за комментарии. Сергей Медведицын, заместитель начальника управления защиты населения и территории правительства Кировской области, был с нами на связи. Мы информируем оперативно в наших новостных выпусках и вот сейчас в дневном развороте о ситуации с пропавшими 3 числа, 3 ноября в Апаринском районе в поселке Речном двух братьев мальчиков Сережи. Шивовые Кулаковы, соответственно, 8 и 11 лет этим ребятам они ушли около полудня погулять с прогулки не вернулись. Лес везде был прочесан изначально местными жителями, сотрудниками администрации, сотрудниками силовых структур. Сейчас на месте работает порядка 300 человек, по последней информации. Среди них около 40, насколько нам известно, волонтеров, которые приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Татарстана, из соседних районов Юрьянского, Подосиновского, Мурашинского районов и из города Кирова. И буквально сегодня утром нам тоже звонили сюда люди, которые выехали, вот теперь уже на этот момент они выехали на место поиска и подключали людей всех желающих, которые хотят принять участие в поиске. Ребят, мы будем надеяться, конечно, на лучшее, хотя времени прошло очень много третье число, это было достаточно давно, активные поиски, вот такие широкомасштабные, развернулись сегодня. Именно должен был, вчера был облет, насколько нам говорили, вертолет был подключен, сегодня хотели тоже вертолет запускать, но погодные условия не позволяют. По всем данным, которые сейчас приходят к нам, стекаются, мы видим и понимаем, что э, создано э, большая сеть да, людей различных органов, которые участвуют в поиске ребят и да мы будем надеяться на лучшее и будем вас информировать о том, что будет происходить. Знаю, что меня радует в этой совершенно безрадостной ситуации, в том то, что есть много людей, которым не все равно и которые способны помочь. Ну, да, я вот что хочу сказать, люди пропадают постоянно, люди пропадают регулярно. Наш коллега из бизнес новостей Александр Грислис он говорил, что в Апаринском районе ну, регулярно пропадают люди. Вот я буквально в Апаринской сороке прочитала здесь материал о том, что э, неделю назад пропал взрослый уже мужчина, он пропал, ушел на охоту с друзьями и э, потерялся, его искали несколько дней, активно очень не нашли, до сих пор тоже, конечно, ищут, но тоже не нашли. Это в общем страшно. Там, конечно, э, Такие поисковые работы не приняли большого там, масштаба. Я уверена, что здесь и работа наших силовых структур, да, специальных органов, которые ответственны за поиск людей, и, безусловно, конечно, добровольческих организаций, в первую очередь Лиза Алерт», которые организовали волонтеров привезли их сюда. Я хочу назвать номер телефона. Лиза Алерт 8 800 четыре 54 52. Все, кто хочет подключиться или кто хочет узнать дополнительную информацию по поискам, могут позвонить по этому телефону 8 800 754-52. Да просто зайти в интернет на сайт Лиза Алерт, вы увидите там информацию текущую и номер телефона, связаться и, возможно, отправиться на поиски. Всем тем, кто беспокоится за своих детей, в принципе, я бы хотел еще раз напомнить в эфире, что существуют GPS, GSM, маяки. Можно положить, они размером со спичечный коробок, можно положить в рюкзак и всегда знать, где твой ребенок находится. Или вшить в куртку, в крайнем уж случае. Паша, То же самое относится к охотникам, которые уходят в леса. Ну, извините меня, как можно в одиночку куда-то уходить и не иметь возможности сообщить о своем местоположении, точку хотя бы отправить? Паш, ну понятно, у всех сейчас есть и мобильные телефоны, собственно говоря, которые тоже как как -то каким-то образом все-таки перенгуются, и можно как-то найти, но мне кажется, в некоторых ситуациях никакие электронные приборы просто вот не помогут. И, наверное, поможет в этих ситуациях только человеческая помощь. И, слава богу, люди организовались. Единственное, что меня волнует, что прошло достаточно много времени с дня ухода мальчиков. С места поиска люди сообщают, что вертолет все-таки поднимался, но пилот рапортует о нелетной погоде и говорит, что только прилететь туда ему составило очень большой труд. Но следует еще сказать, что вопрос поиска детей находится на личном контроле губернатора Никиты Белых. И я уже говорила в прошлом часе, что в Твиттере Дмитрия Матвеева тоже можно прочитать переписку и узнать о последних действиях, которые предпринимает правительство в этой связи. Сейчас мы переходим к следующему вопросу. В Кирове сформирован новый состав общественной наблюдательной комиссии. Мы пригласили ее председателя Михаила Плюснина. Михаил Валерьевич, добрый день. Добрый день. Чем занимается комиссия? Подожди секундочку. 708-502, номер телефона прямого эфира 8 920 720 8 909 720 101 и 0. Номер телефона для ваших смс. Звоните и задавайте вопросы, которые касаются вот деятельности общественной наблюдательной комиссии. Чем она занимается, кто в этой комиссии. Мы сейчас постараемся выяснить, да. какие планы у этой комиссии. В общем, все то, что вот сейчас сформировалось, нам об этом, обо всем и расскажет Михаил Плюшнин. Это очень сложно рассказать обо всем, поскольку сфера деятельности, она очень размыт расписана в законе, поэтому я могу -то рассказать только о каких-то отдельных моментах. Значит, то есть, опять же, будет корректно сказать, что я возглавляю, я писателем второго созыва то есть кто будет в третьем созыве, это будет решаться только на первом заседании комиссии третьего созыва, которое пока еще дата неизвестна. А на сегодня у нас по списку 20 человек, соответственно, люди, когда выберут определенное время, и, скорее всего, это будет дата, когда нам привезут мандаты, их вручат, что все люди уже будут иметь документ на руках полномочия, соответственно, посещать учреждения нам подведомственные. Вот тогда, соответственно, скорее всего, будет торжественное вручение мандатов, заседание комиссии, принятие регламента комиссии в новой редакции, избрание новых руководящих органов. И тогда уже посмотрим, кто... Ну и, соответственно, комиссия будет определять, какие будут первоочередные задачи на работу комиссии, как хотя бы на первый год. Какие вообще возможны задачи? Но незаконные одну секунду, определены. А, извините, разрешите одну секунду. Вы сказали, что э, дата неизвестна, но какие сроки, может быть, установлены? <къем> да, законодатель... законные сроки четко указаны. Соответственно, мы должны провести заседание комиссии в 30-дневный срок с момента утверждения. Утверждение состоялось 2 ноября, можно считать. Соответственно, у нас дата будет э, край, это 2 декабря, поэтому ну, до этого времени мы все соберемся и уже как, все будет определено, кто у нас станет э, новыми руководящими лицами в комиссии. Ну, меня больше не сейчас интересует вопрос э, регламента. То есть очень важно сразу решить, какой будет регламент, по которому будут работать люди, потому что 20 человек комиссии, если они все будут активно работать, вопрос их координации, диспетчеризации и сбора данных, и анализа полученных данных, это будет очень важный вопрос. Вот, и прежде всего, на какой площадке, вот, вот где дислоцируется эта комиссия, да. где штаб заседает? А, вот замечательный вопрос, который мне больше всего пока понравился сегодняшний следующий день. А, на сегодня нет такого штаба, где бы заседала комиссия, поскольку... В законе об этом сказано очень уклончиво, что органы госвласти местного самоуправления могут оказывать помощь комиссии. Я за эти пять лет три раза обращался в наши органы госвласти на имя губернатора, три раза получал отписки, что помещений нет, соответственно, как бы оказать помощи невозможно. Последние три года, ну все пять лет работы комиссии, комиссия базировалась на базе на организации, которую я возглавляю, ВЕЧИ. Вот. Для этого были возможности определенной организационной организации, были деньги, были возможности выделить сотрудника хотя бы часть времени для работы с письмами, с, там, с ответами. Сейчас таких ресурсов в нашей организации нет, поэтому кто будет, что будет, где будет штаб, это все будет решать новый состав комиссии. И я думаю, что это будет для них вопросом очень тоже значимым, поскольку, вы правильно сказали, важно знать людям, куда прийти. То есть у нас на сегодня в принципе нет офиса, поэтому люди, когда созваниваются, мы назначаем сейчас пока встречи в помещении общественной палаты Кировской области на Дериндеево 23. Вот. А как это будет дальше, вот после там, ближайшей буквально недели, недели через три, я пока вам сказать не готов. Вот это тоже очень важный момент. Кроме помещения, сейчас у любой, для любой организации очень важно иметь свой сайт как средство коммуникации и какого-то определенного контроля и за своими членами, и за всеми действиями, да, оповещения населения о том, что происходит, какие действия происходят. Я сегодня заходила на сайт общественной наблюдательной комиссии и увидела обновление. Прошу прощения, у вас, Михаил Валерьевич, последние, по-моему, были в июле. Ну, это еще это оптимистично. Это хорошо, Значит, еще, да? да. Опять же, еще большая проблема в том, что у нас нет отдельного человека, кто бы занимался сайтом. То есть, по сути дела, сайтом, как бы занимаюсь я, выкладываю ту информацию, которая там у нас появляется по ходу работы. И если у меня нет времени, то никто это не выложит. Вот среди тех товарищей 20 человек, которые сейчас с вами вместе будут работать, нам нужно будет все равно сейчас разъяснить еще раз, потому что я уверена, что не все слушатели понимают, чем занимается общественная наблюдательная комиссия. Вот среди этих 20 человек в процессе переговоров, если вы общались, есть ли люди, которые могли бы заниматься сайтом? Потому что я считаю, что это важно вообще. Ну да, у нас уже как бы есть договоренность. Вы знаете, что у нас, опять же, в списке есть очень много людей, которые, я считаю, очень активно у нас работают в интернете. Один Антон Долгих, как известный человек, я думаю, что он будет писать большие подробные отчеты о своих посещениях. Есть у нас Артур Абашев, который может выкладывать информацию на своем сайте 7 на 7, но как бы просьбы соответственно выкладывать как бы официальные данные о посещениях на нашем сайте и Олег Ткачев, который собственно как бы скорее всего будет администратором нашего сайта и будет скажем так приведет редакцию что ли ревизию сайта и его сделать чуть иначе чтобы было более полкой понятным наполнение и скорее всего мы на сайте же сделаем как бы свою часть для общения с членов комиссии, чтобы не надо было их где-то искать выходы в почте, либо в Твиттере, либо там где-то в ЖЖ, чтобы все кого было на нашем сайте, чтобы наши люди могли связаться. Проблема в том, что у нас есть часть людей, которые живут в поселке Лесном. И там проблема большая с интернетом. И вот как бы я думаю, что там будут сложности у людей. Ну, в принципе, они говорят, модемы работают, МТС либо там Билайн рулит и... Вот, модемы, МТС, Билайн, обновление сайта, работа на сайте и вообще вся деятельность связана с достаточными временными затратами и материальными. Как с этим стоит дело общественной наблюдательной комиссии? С чем именно? времени? Затрат времени очень много. Uh -huh. а, то есть, ну, еще, то есть, ситуация была такая, что у нас часть людей очень много тратила времени на это, эту деятельность, часть тратила, так сказать, немного времени на эту работу. Но если заниматься всерьез, на самом деле, профессионально, это съедает очень большую часть времени, потому что сама по себе поездка, допустим, в колонию занимает почти день. А отработка полученных жалоб либо каких-то сложных ситуаций Потому что люди, допустим, не сажаются, но мы сами видим, что что-то не соответствует каким нормативным актам. Вот это занимает иногда бывает, несколько дней, и иногда тянется буквально месяцами. И поэтому эта работа вот именно по сопровождению полученных информации, она очень, занимает очень много времени. Поездки в колонию. Что еще? Значит, ну еще у нас по закону мы имеем право посещать учреждения определенные, где люди находятся не по своей воле это, соответственно, райотделы полиции, комнаты задержанных, это ИВСы, это спецприемники, колонии, следственные изоляторы, колонии поселения и спецучреждения, ну, в общем, как бы спецучреждения Министерства образования. То есть в нашей области это спецучреждения поселки Орлов. И вы можете без предупреждения приезжать в эти учреждения? Скажем так, мы идем в режиме уведомления. То есть мы должны уведомить территориальный орган, ну, допустим, у нас, соответственно, это либо управление ОМВД по Кировской области, либо управление УФСИН по Кировской области, либо в случае с, допустим, со спецучилищем мы должны уведомлять напрямую Министерство образования в Москве, специальный отдел, что мы посещаем, будем посещать такое учреждение. В законе никак не регламентирован, за какой срок мы должны это предупредить. В нашей как бы, практике было, что мы, то есть мы стараемся обычно заранее, там, за день, за два сообщить, но когда необходимо, мы бывает, что просто звоним. Но по факту у нас сложилась ситуация, что мы посылаем факсы. Мы посылаем факс, факс приходит, соответственно, мы... разрыв на моей памяти самый маленький разрыв от посещения был где-то полчаса от момента подачи факса. То есть mm -hmm. за это время как раз дежурная часть учреждения управления территориального обязана уведомить орган сам, куда, который мы будем посещать. Вот. Как раз это время только-только хватает, чтобы они передали в дежурную часть. Дежурная часть нашла начальника, либо зама, кто там в данный момент находится, чтобы он подготовился, что мы придем, потому что нас по территории учреждения обязан сопровождать какое-то должностное лицо. Либо есть, начальник ИВС, либо начальник, допустим, колонии, либо зам начальника колонии. Я вот цитирую, общественная наблюдательная комиссия занимается общественным контролем за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Фактически именно на членов ОНК гражданское общество возлагает ответственность за мониторинг соблюдения прав человека в местах лишения свободы, предоставление обществу и государственным органам достоверной информации для последующего устранения первопричины нарушения права. Что касается оценки того, что права были нарушены или права не были нарушены. Логично предположить, что в, среди членов комиссии должны быть юристы. Ну, естественно, у нас вот 20 в, в, в комиссии человек очень много юристов, либо людей, как сказать, хотя бы имеющих как какой-то опыт работы в этой сфере. Поэтому кто, с этим проблема проблемы особой нет. Ну, допустим, как бы у нас есть люди, которые, допустим, в прошлом были сотрудниками органов либо исполнения наказаний, либо полиции. Допустим, у нас Бронников Сергей Анатольевич, это у нас Емельян Алексей, Кобзева, Глин Ивановна, Конов, Кузнецов, Липунов, Медведев. Практически все правозащитники. Ну, ну, нет, это, сказать, вот, вот, скажем так, не все кто люди, это? кто вошли в список, являются правозащитниками. Так. Некоторые из них являются бывшими сотрудниками либо милиции, либо службы исполнения наказаний. Mm -hmm. Что этих людей привлекло в Общественную наблюдательную комиссию? Понимаете, как кто э... кто некоторых из них вы знаете, кого-то да, нет. Да, некоторых из них я знаю, я говорю, некоторых людей я знаю только чисто по анкетам. То есть я знаю, допустим, что есть такой Емельян Алексей. Я знаю, что он на сегодня является студентом юрфакультета МГУА. В прошлом сотрудник ОМОНа Санкт-Петербурга, был участковым инспектором. Но что это за человек, что из себя представляет и с каким целью он идет, я до сегодня вам сказать не готов. Либо, допустим, я знаю, что есть колонов Леонид. Он из Кирова-Чепецка, в прошлом тоже работник колонии. Потом он работал в фирмах, насколько я понимаю, по производству мебели в Чепецке. Опять же, сказать, я... Что поскольку... вот, вот работников колонии, как вы сказали, что привлекает в общественную комиссию? Как, как с ними взаимодействовали ли вы когда-нибудь? Естественно, в прошлом созыве тоже было очень много бывших работников, и, допустим, у нас были очень, очень активные люди. Насколько они полезны? Ну, во-первых, они полезны тем, что они знают внутреннюю жизнь, учреждений не понаслышке, как это должно быть, а как это в реалии происходило mm -hmm. тогда, и как это происходит сейчас. Очень многие люди и сейчас как бы поддерживают контакты с. То есть, с одной стороны, это плюс, с другой стороны, это минус, конечно. То есть, они сейчас поддерживают контакты с теми, кто сейчас служит, и поэтому они представляют себе, как бы текущую ситуацию внутри и ориентируются ну, более-менее ориентируются, как бы, и когда они заходят уже в колонии, они могут пообщаться, соответственно, и с, со службами оперативными, и с самими там, осужденными, либо задержанными, и тогда у них как бы, получается более четкое понимание. Но в целом, вот их взгляд как раз, когда они, особенно когда те, кто давно не служат, допустим, лет 5-6 прошло, как, как человек на пенсии, это очень полезно, когда люди уже отошли от как бы, вовлеченности в, в, активную работу, как бы, вот, по, по, сохранению людей там, за решеткой. Вот. И они очень полезны, потому что они знают практику работы. И они, видят, они могут оценить динамики, как это было лет пять назад, и что сейчас видят они, когда приходят сейчас в учреждение. И иногда бывает, что э, они говорят, что... С, ну опять-таки, им проще намного э, общаться с, с людьми, кто находится под стражей, потому что они говорят на одном языке. У нас есть ряд людей, которые приходят, как бы, и, соответственно, некоторые термины, понятия, либо, сказать, просто речи осужденных, и их письма читать сложно. Надо разъяснять, что же означают эти слова, которые там понаписаны. Вот. У них таких вот такой проблемы нет. 708-502, номер телефона прямого эфира. А все могут позвонить, у кого есть вопросы к действующему председателю Общественной Наблюдательной комиссии. Кировской области, потому что. Прежде чем мы продолжим обсуждение членов персон, персоналей до да, членов новой общественной наблюдательной комиссии, хотелось бы все-таки сказать: на кого рассчитана эта деятельность? Кто первым является, вот кто первоисточник сведений о каких-то нарушениях, по которым выезжает проверка общественной комиссии? Сейчас полминуты мы начнем, потом продолжим после рекламной паузы. Скажем так, к нам обращаются. И сами осужденные, и задержанные, и родственники, и общественная палата, и уполномоченные других регионов, и комиссии других регионов, то есть откуда угодно может к нам прийти информация по электронной почте, по телефону, то есть здесь нет ограничений, и дальше только мы отбираем куда мы едем, в первую очередь, насколько срочно та информация, которая к нам поступила. Вот та электронная почта, которая сейчас указана на сайте Общественной наблюдательной комиссии Кировской а, области. ОНК 43 регион, действует? GML. Да, действующая почта, соответственно, мы ее проверяем. То есть там не так много обращений. Вот, то есть как как иначе поступает обращение поподробнее мы э, расскажем после короткого рекламного перерыва программа предназначена для аудитории от 16 лет программа дневной разворот выходит при поддержке компании система глобус. Продолжается дневной разворот. Светлана Занько, Павел Черушин и Михаил Плюснин, председатель общественной наблюдательной комиссии Кировской области. Обсуждаем вопрос нового состава общественной наблюдательной комиссии. Остановились сейчас на том, что через имейл, который указан на сайте общественной наблюдательной комиссии Кировской области, обращений от граждан с просьбой проверить, помочь, поступает достаточно мало. Как еще с вами связываются? Но ну, на сегодня, как бы, у нас либо письмо, либо э, по телефону. А телефоны тоже те, которые на сайте? Да, то есть э, у нас там был указан телефон стационарный, соответственно, он сейчас уже не действует, потому что еще у нас нет сейчас офиса. Офисового... Нет помещения стационарный да. телефон не. Есть действует. Есть только сотовый телефон. И на сегодня э, есть ряд э, людей которые уже давно работают. Я знаю, что на них напрямую выходят родственники, и точно так же уже выходят не через меня, не официально, а через членов комиссии. То есть у нас по нашему регламенту это не является каким-то проступком, либо препятствием, Наоборот, мы как раз ориентируемся, чтобы каждый человек как можно более активно работал сам и как принимал эти жалобы, но тогда он должен либо сам их довести до конца, либо передать кому-то еще для разрешения. То no, есть должны быть такие кейсы, которые ведут Lolita. как раз члены э, общественной комиссии. А, у вас есть информационная э, IT-структура для того, чтобы это делать? Ну нет, конечно. А, вот, Паша например, сейчас издевается, сидит. Я понимаю, просто на понимание. Вот, в первом созыве комиссии было всего 4 человека. 4 человека. Во втором стало по списку 16. Сейчас стало 20. И вот из этих 20 я надеюсь, что все будут ну, с разной степенью активности работать. Если из них хотя бы будет группа 10 человек, которые будут активно ездить по колониям и отделам полиции, это уже великое дело. Вот хотелось бы понять, от чего будет зависеть эффективность работы общественной наблюдательной комиссии? От количества человек, которые туда вошло, от их активности, дисциплинированности, от чего? А, я взаимодействие думаю, там с властями. Ну, взаимодействие у нас на сегодня пока выставлено нормально. Как бы здесь на это жалоб на вот именно на организационные вопросы, по моему нет. У нас нет фактов, не допуска, чтобы мы куда-то захотели, нас не пустили. Такого у нас не случается. У нас проблемы на сегодня, наверное, с, с одной стороны, с активностью, а с другой стороны, с дисциплиной. Именно по отчетам. Потому что как вы правильно сказали, что наша главная функция – это отчет перед обществом о том, что сделано. Вот. А у нас частенько люди сходили, что-то там рассмотрели, может быть, даже порешали какой-то вопрос, но даже о самом факте посещения у нас никакой информации вовне нет. Ты даже сказать на сайте, ну, недавно вот вы видели на сайте, есть, допустим, фраза, что члены такета поселили какую-то там такое-то учреждение. Все. И что? Нет, ну хотя бы хоть это, чтобы видно, что люди там были. А это... можно вообще на сайте публиковать обращение, или это скрытая ну, почему информация? число? Это можно. То есть, если люди готовы дать это в публичном доступе, то есть мы всегда спрашиваем, можно ли ссылаться на фамилии людей, как бы использовать их для публичного обращения. Если люди говорят нет, соответственно, мы эту информацию даем только в. В письмах в официальные органы, в прокуратуру, там, УФСИН, либо там МВД, либо там, ну, если иногда бывает необходимость связаться с уполномоченным Климовым, вот, то есть мы, соответственно, внутри себя понимаем, что все органы работают с одними и теми же данными персональными, поэтому чаще всего бывает, что люди пишут жалобы, то есть вера. уполномоченному нам, в прокуратуру, соответственно, мы приходим, спрашиваем, у вас есть такое обращение, есть, и мы часто договоримся о совместных выездах, допустим, с аппаратом уполномочен, либо с прокуратурой, чтобы мы ехали уже, так сказать, не так, что сегодня приехала ОНК, завтра приехала прокуратура, послезавтра приехал уполномоченный, потом приехал, допустим, еще, сказать, еще кто-то. То есть мы стараемся, чтобы такого не было, потому что от того, что мы человека опросим разную структуру четыре раза подряд, ничего от этого не изменится. А что работает все-таки? В каких условиях эффективнее работает ОНК? Когда выбрасывает эту информацию в паблик, да, в общественное пространство, в информационное, в СМИ, вот на свой сайт, если выкладывали постоянно, или в... Все-таки требуются какие-то рамки и до какого-то времени, чтобы это не освещалось. <связывая> вот, если мы сейчас говорим про э, решение конкретных проблем, да, от конечно. того, что они вы выйдут в паблик, особо ничего не меняется. Но когда мы говорим о э, публикации этой информации на сайте, мы говорим о возможности людям посмотреть на решение ситуации типовых и на... Э, информацию для родственников и знакомых, что такая возможность есть. То есть это совершенно разные вещи. Потому что если совсем не публиковать, соответственно, люди просто не будут знать внешне, куда обращаться. Вот еще раз возвращаясь к списку 20 членов ОНК нынешней комиссии, которая соберется да, вот, 2 декабря, как вы сказали, и должны до. Быть, до 2 октября и должны решить все организационные вопросы. Мы выяснили, что там были бывшие сотрудники колонии, там есть юристы-правозащитники, там есть вот журналисты, вы да. уже об этом говорили, Антонина Тихомирова, наша коллега, вошла в эту комиссию. Вот еще раз о том, что люди не пишут отчеты, да, люди мало, в общем-то, освещают собственную деятельность, и у вас, в общем, не очень хорошо налажена коммуникация по этому поводу. Нет, коммуникация налажена хорошо, как бы, то есть по со всеми я могу, сам, то есть все телефоны, электронная почта, у кого есть, как бы, они у меня есть, но еще я не могу, у меня нет никаких рычагов надавить на человека, чтобы обязательно его сдать этот отчет. Я позвонил, сказал, пожалуйста, напишите, я размещу на сайте. Если человек не сделает, я не могу ему объявить, я не могу... Не... Потому что функция представителя комиссии, она чисто номинальная. Я отвечаю за то, чтобы это работало. И все. Ну вот еще, да, то, что нет помещения, где могла бы собираться наблюдательная комиссия, где был бы штаб, да, то, что вот нет сайта, то, что очень нужно, да, первоочередные такие задачи, которые необходимо сделать, еще это, это необходимо еще и в связи с тем, что есть люди, которые проживают в Кирове, да, а есть люди, которые проживают в области. Угу. Это хорошо или плохо? А, с, ну опять же проблема в, собраться, когда необходимо срочно комиссии, э, когда, если люди проживают в поселке Лесном, это сложно. Потому что им надо доехать чисто технически. А для чего собираться вам? Ну, во-первых, по закону мы обязаны хотя бы раз там, в квартал провести заседание. Угу. То есть, ну, обязаны и обязаны. А, то есть, ну, поэтому, хочешь не хочешь, собираться надо. Во-вторых, бывают вопросы, которые однозначно решить как бы... То есть, не, то есть, допустим, вот мы съездили в колонию. Видишь, там есть сложная ситуация. То есть и по итогам этой поездки, в принципе, два члена комиссии, кто там, ну, два-три сколько было, могут сделать заявление, что они там видели и как они воспринимают эту ситуацию. Но есть ситуации сложные, которые на слуху, которые требуют принятия коллективного решения по этой ситуации. И взять на себя ответственность, как бы, что вот мы решаем за комиссию, что вот надо сделать вот так. Это очень сложно. Ну, вы знаете, у нас, допустим, вот была ситуация проблемная по 11-й колонии, по третьей колонии, и, соответственно, мы по этому поводу проводили отдельно, как бы поднимали вопрос на заседании комиссии, чтобы комиссия приняла решение, что сделать. В обоих случаях комиссия решала, допустим, что мы допустим, устраиваем коллективный выезд, например, в третью колонию, и, соответственно, мы смотрим все, что можем сказать, одномоментно в данной колонии. Потом, соответственно, ставим этот вопрос на контроль, чтобы там уже выезжали люди, как, там, не, не все, там, ну, два человека, допустим, выехали там, как либо три типа, по возможности. Вы знаете, все, что вы рассказываете, я вижу сразу же в э, именно э... IT-решениях, так скажем. Вот э, вам поступает запрос. Вы вводите этот запрос, он у вас э, в э, каком-то исходном э, состоянии находится. Да? Непонятно. Э, какая важность запроса, срочность. Далее кто-то, возможно, тот, кто этот, кто, кто этот запрос принимает, выставляет ему соответствующие флаги. Срочный распределяет обязанности, кто что должен проверить по этому запросу, и какую-то вводную информацию, описание минимальное. И какие-то ставятся дедлайны. Вы знаете, существует много, очень много систем ведения проектов, а это именно микропроекты получаются у вас, в которых можно распределять обязанности. И все это происходит через e-mail. Вам явно не хватает айтишника. Да, нет. Вопрос в том, что нам не хватает не то, что it смотрите, а вот я понимаю, что это все можно автоматизировать. Бесплатно. Еще, так сказать, вот, Поэтому сравниться, с, допустим, с контрольной функцией прокуратуры мы не сможем никогда. У них для этого есть специальные люди, которые в любой момент времени могут подняться и поехать. У нас часто бывает так, что практически все люди здесь, ну, из, допустим, из нашего нынешнего списка, имеют основное место работы. Они должны с этого места работы отпроситься. Они должны быть в это время здоровы. Иногда бывает так, что человек один в отпуске, другой в санатории, третий на работе, четвертый в командировке. А там вообще лето наступило. Нет, ну летом как бы хоть нет. Ну как раз летом нормально да? было с, с этим. С, всегда можно кого-то выбрать. Не все же на отпуск уезжать из области. Вот. Вопрос в том, что иногда бывает, что обзваниваешь людей и выехать сегодня просто некому физически. Люди говорят, мы можем поехать через день, через два. И ты планируешь выезд, который, допустим, вот сегодня жаловаться на избиение, ехать надо бы сегодня, а сможешь поехать только через два дня, потому что людей реально физически нет. То есть один я поехать не могу, в смысле, я поехать один могу. Я так, даже, так, скажем, опрошу людей, но по итогам документ, акт я составить не могу. И поэтому в сколько человек должны подписать посещать документ? колонию должны два человека не менее чем два, как бы можно два, три и более. Соответственно, два человека могут прийти, увидеть, опросить, составить по итогам акт об результатах посещения и уже этот акт является документом, который может использоваться дальше либо в общении с прокуратурой, либо с контрольным ведомством, либо с как по вашему это препятствие для осуществления правосудия или это разумное все -таки, требование? У нас все-таки не правосудие у нас еще у нас общественный контроль еще функции у нас вот то есть смотрите ведь важный итог то есть после нашего визита э, мало то есть, когда мы сходили и составили акт и сделали какие-то замечания определенные вся функция наших дальнейших полномочий это мы можем написать рекомендации проверяемому учреждению что нужно бы сделать чтобы права человека соблюдались так как надо и все Каков результат вообще деятельности? Нет, ну... Какие есть результаты, какие либо дела, которые помогли решить проблему? сказать, вопрос как бы сложный, потому что у нас, ведь я что хорошо приписать как бы решение вопросов нам, допустим, вот там сняли начальника колонии. Вот там, допустим, поменяли начальника отряда. Не, ну вы объективно -то -то... Же можете судить, помогли Тут... вы в этом или не помогли. Я, я знаю, что есть несколько случаев, когда мы выезжали по итогам наших поездок, наших рекомендаций, собиралось совещание и, ну, допустим, в частности, управление УФСИН, оно принимало решение, там, допустим, помочь, там что-то закупить, что-то отремонтировать, что-то сделать по, там, по МВД. Я, как бы, то есть не наша конкретная деятельность, а в целом как бы, работа правозащитников по э, стране привела к тому, что МВД приняло специальную целевую программу по перебрудованию ИВС и выделило туда огромные деньги. И в рамках этой программы у нас сейчас перестраивают вот Юрье ИВС. Это, это вот очень хорошо, когда материальная база как-то улучшается, пополняется вот, да. Самые страшные, самые тяжелые моменты вопросы, это, наверное, инциденты, которые происходят в этих вот местах, да, в колониях, изоляторах и так далее, которые связаны с участием представителей сотрудников, собственно, этих учреждений. Это сложные моменты, или все-таки на вас реагируют и удается что-то доказать? Ну, доказать сложно, потому что, смотрите, вот, вот еще, вот мы в любом случае, опрашиваем, как у нас создается свое собственное мнение и впечатление. Mm -hmm. То есть нас... Насколько к вам прислушиваются, у нас минуты остается. Ну, прислушиваются, но еще говорит самое. То есть, если будут какие-то вопросы кадровых решений, для этого есть собственно-кадровая служба, есть служба собственной безопасности в каждом ведомстве, которая имеет, конечно, намного больше веса, чем наше слово, когда Это мы. понятно, припо... но они вас слушают. слушают Эти службы. Слушают. Как раз. Они Давайте вам говорят спасибо. Они слышат случаях и как слышат и, и, и технически Давайте слышат. Давайте еще тоже. раз. До кого вы доносите информацию? Значит, мы обязаны сообщить э, итоги э, руководству учреждения, которое мы проверяли, и по итогам работы мы обязаны отчитаться в общественном патру Российской Федерации, уполномоченному Российской Федерации и, соответственно, местным властям, местному уполномоченному и в адрес губернатора Кировской области. Да, нам при... необходимо завершать программу. Время дневного разворота подошло к концу. Я напоминаю, что в гостях у нас был Михаил Плюснин, председатель общественной наблюдательной комиссии Кировской области. Я, Светлана Занько и Павел Чарушин прощаемся с вами. До новых встреч. До встречи.